Привет, я Кристина. В этом видео я покажу помаду популярного корейского бренда. Только одно условие, я буду называть его немножечко на русский лад. Он называется 3CE. Этот продукт в необычном для меня формате, потому что я обычно покупаю помады или блески. А вот что-то на грани бальзама и блеска я обычно не трогаю. Но в какой-то момент я влюбилась, честно, в помаду другого бренда. Это был Hourglass. И их помады в таком формате глазированного блеска. Помады, но я решила, раз я не так часто пользуюсь помадами в повседневной жизни, то не буду тратиться на Hourglass и попробую поискать нечто похожего формата. И нашла. У меня были хотелки по оттенку помады. Я хотела, чтобы она была немного ярче, чем мой тон губ. Еще я не очень люблю тинты, поэтому я не хотела, чтобы после того, как основной объем помады уйдет с губ, чтобы у меня оставался вот этот цвет, который въедается в губы. У этой коллекции помад этого нет. Помады в этой коллекции, они дают оттенок, но при этом оттенок не въедается в кожу губ и не остается с вами еще на несколько дней. Думаю, что возьму себе еще несколько помад из этой коллекции.